қазір біздің ең күткен дегенде һәм соңғы не шығышларының бірісі бүгінгі Мәдина ханым. Мәдина ханым ол біздің танылған татар киімдері, татар костюмдері ұстасы. Һәм ол бүгін мына татар этномәдени компонентін мәғариф системасына кірту, мәғариф системасында қолдану өзіншеліктері турында шығыш жасарға һәм бақшада, мәктәпте, жоғары оқу йортларында білім алуда шуны қолдану турында күзәтү жасарға тиеш. Мәдина ханым, сізге сөз беребез. Рәхим итегіз. Исәнмесез, жәмәғәт. Бүтінігізіне көрерге шуатман. Бик рәхәтләнеп, бик тыңлап отырдым. Әйткән сүзләрегіз бик минем теге арқасында, арқаннан не қанатланып отырдым. Нишләп бүтін проблемалар менә минем йөрәгемә тибә-тибә кіріп киткән иде. Шуңа күрә не үз-үзімнің тұрында бір-екі сөз айтам. Шынки мен Қазан Дәулет Мәдениет институтында дизайн һәм сәнгәт кафедрасының мөдире. Һәм мен 20-ләп йыллар ұста. Біздің Қазанда Палата ремесел Республики Татарстан деген ұйышма бар. Шонда мен қол ішлерімні бүтін Россияға көрсетіп ерген кіші. Шуңа шуннан соң менім фән іші бік сізге тапшырам. Интернетта ол бар. Мәдина Махмутова деп интернетта яссағыз. Біріншіден менім фән іші шыға, оның есімі бік ұзын, шыңа көрі рус тіліне көшем. Менім фән ішім, шынды есімі развитие педагогической культуры татар Финляндии в контексте субэтносов татар Поволжья. С 2000 года неоднократно была в Финляндии, и то, как татары Финляндии сохраняют родной язык, национальные традиции, и как работает диаспора и общественная организация «Исламия» в Хельсинки, вот об этом моя кандидатская диссертация. Поэтому эти вопросы уже более, получается, 20 лет меня очень волнуют. То есть поэтому, при том, что мои корни уходят и связаны с татарами, проживающих в Башкортостане, мне поначалу хотелось писать о сохранении культуры татар на территории Башкортостана в те годы советской власти, когда фактически мы были оторваны, да, были предоставлены сами себе в Башкортостане, потому что республики занимали, ну, то есть культура сохранялась все-таки, да, на государственном уровне, а этнические вопросы были остры для татар, проживающих в Башкортостане. Мне хотелось об этом писать диссертацию. Потом для того, чтобы показать, насколько остро стоят вопросы сохранения традиций за границей, мои дороги привели в Финляндию. И вот представьте, сегодня я доцент, кандидат наук, но при этом заведующий кафедрой изобразительных искусств и дизайна Казанского государственного института культуры. И вот этот, при этом у меня высшее музыкальное образование и мастер национального костюма, и да, член Палаты ремесел Республики Татарстан. Вот этот вот широкий круг моей деятельности все равно аккумулируется и собирается в одну и ту же тему. Как сохранить идентификацию татар,
проживающих в разных уголках России и за границей. Согласитесь, сегодня все выступающие говорили все об одном. Как сохранить нам родной язык? Как нам говорить на родном языке? И вот после выступления, если вы прочитали смс-ку мою, я там постаралась на татарском языке кратко, да, написать. Сейчас я вернусь к этой смс-ке, прочитаю. Вот, Лилиана Рахмет, айткан сүзләрегезге, сүзләрегезде проблемаларны шешерге юл бар. Ата-аналарға балаларны тәрбиелерге милли брендларны үстерерге керек. Милли ойыншықлар, ойыннар, балалар үшін китаплар, киімнер һәм башқалар ресурслар. Татарша мен аны бик шәп кенә яздым. Ләкин рус телендә үз-үземнең эшемне рус телендә алып баргач, мин рус телгә гел күшеп барам инде. Гафу итегез. Вот о чем речь? Вот представьте, да, при том, что я мастер, на протяжении всей моей жизни до сих пор стоит остро, во что играют наши дети. До сих пор в магазинах нет бренда национальные игрушки. Мы четко понимаем, что есть герои татарских сказок. Шурале, Суанасы, Кәжәбләм баран, мәсәләнде. Но ни один родитель не пойдет в магазин и не купит эту игрушку для того, чтобы ребенок играл. Раз. Мы не видим популяризацию татарской детской моды. У нас не принято детям одеваться ко что-то вот именно модное, да, которое бы поднимало вот этот национальный дух, желание, так скажем, да, быть татарином среди полиэтнического пространства. Например, да, я сейчас перечисляю проблемы, которые касаются исключительно вот моей кафедры, кафедры изобразительного искусства и дизайна. При этом я еще раз повторяю, я мастер. И вот мы на кафедре разработали более 10 таких вот, например, брошюр, которые могут быть хоть завтра напечатаны нашим государственным, вылетело из головы, книжным издательством. Например, как и один вариант, но ни один из родителей не придет в книжный магазин и не купит раскраску для детей, одень куклу там или раскрась куклу в татарский национальный костюм. Более того, я хочу сказать, что если бы я сейчас вот вам, здесь сидящим, задала вопрос, чем отличается национальный костюм от татарский национальный костюм от татарского этнического костюма, я думаю, даже сидящие сейчас и слушающие меня сразу на этот вопрос не смогут ответить. Согласны? Чем отличается этнический костюм татарский от национального? И какой костюм может называться национальным, но при этом у какого-то костюма нет такого права? Заинтриговало? Какой костюм татарский народный будет называться? И чем отличается городской и сельский, и когда он появился? Вот эти вот самые простые элементарные вопросы, и почему, например, диалект мишар татар не может называться государственным языком? Какой тогда диалект татар имеет право называться государственным языком? И вот это те вопросы, которые... И почему зеленый национальный костюм, но при этом тот человек, который скажет, что зеленый – это цвет ислама, будет неправ. Да, зеленый – цвет ислама, но почему мы не можем говорить когда мы говорим о национальном костюме татар? Вот все это очень щепетильно и очень четко касается темы этнокультурного образования. Задайте себе вопрос, на каком уровне
наше этнокультурное образование. Теперь статистика. Каждый месяц, два раза почти, меня приглашает Казанский федеральный университет, потому что я 25 лет проработала в Казанском федеральном университете и только год работаю в Институте культуры, заведующей кафедрой изобразительного искусства и дизайна. Наш факультет называется «Инновации и традиции народной художественной культуры». И вот вы понимаете, почему я перешла в Институт культуры? Потому что там действительно это очаг сохранения культуры не только татар, но и народов Поволжья. Мы все факультеты театра и кино, хореографии, музыкальный факультет, театральный, я уже сказала, хореографии, мы все направлены выпускать специалистов, которые бы сохраняли в республике не только татарскую культуру, но и, еще раз повторюсь, культуру народов Поволжья. И сегодня, я почему говорю, что меня приглашают, два раза в месяц, да, курсы повышения квалификации, приезжают учителя со всей республики по 25 человек. Это значит в среднем в месяц 50 человек. Это 50 человек учителей среднего звена, и я с удовольствием читаю перед воспитателями детских садов. Республики, еще раз повторю. Значит, сколько раз проходит через меня, сколько человек? Это значит 50 человек в месяц, итого где-то 9 месяцев, 50 на 9, 450 преподавателей среднего звена и детских садов. 500 человек в среднем, да, предположим. Задаю одни и те же вопросы, и даже взрослые люди не могут внятно объяснить, кто такие татары. Следующий вопрос задаю. Сколько народов Поволжья проживает? Перечислите, пожалуйста. Ошибаются. Каким группам этническим относятся эти народы? И так далее, и так далее. И вот тогда я понимаю вот свою миссию. То есть что получается? Для того, чтобы нам вот этот вот пробел восстановить, нам необходимы просветительская роль, правильная информация, такой некий простой ликбез для хотя бы учителей республики, это раз. Работников учреждений дошкольных, дошкольного образования и воспитания, это два. Ну и плюс то, что я вам говорила о том, что пока мы не воспитаем национальные бренды, пока мы их не будем популяризировать на уровне моды, да, то что значит моды? Это не просто одел футболку «я татарин», а это тогда, когда человек понимает, что он представитель очень великой нации, представитель. То есть вот про то, что Лилиана говорила, да, что мы иногда татароговорящие почему-то переходим на русский язык. В своей же среде, я не говорю про институтскую среду, да, где я веду занятия на русском языке. То есть мы очень часто наблюдаем, что студенты, приезжающие из татарских деревень, еле-еле на ломаном языке, но стараются на русском языке общаться. Ну да, это понятно, что Казань – русскоговорящий город. Еще одна проблема. В этом году нам увеличили квоту, это тоже как рекламу воспринимаете, а может быть даже как возможность, 75 мест в Институт культуры, а мы федерального значения университет, институт, 75 мест для студентов, иностранцев с правом бюджетного обучения в магистратуре. Институт культуры, еще раз повторяю, Государственный институт культуры. 70, в прошлом году было 25, в этом году 75. И что вы
что я сделала? Я отправила эту информацию нашим татарам, соотечественникам за границу. Почему я паузу выдержала? Летит обратная связь. Первое. Сразу же летит смс-ка, почему я пишу на кириллице. То есть с упреком летит смс-ка на кириллице. Но позвольте, я же человек советского периода, значит, я же все равно пользуюсь алфавитом на кириллице, да? Мне нужно было какое-то время для того, чтобы исправить себя, ну, то есть мозги переформатировать, чтобы начать писать латинскими буквами татарские слова. Понимаете, да? Я это сделала, я продолжала общаться с нашими соотечественниками. Дальше летит СМС с упреком, что в высших учебных заведениях города Казани нет обучения на татарском языке. И вот к этому я действительно была не готова. То есть мы, с одной стороны, распространяем информацию о том, что у нас есть такая возможность пригласить соотечественников в Казань для того, чтобы они в магистратуре обучались бесплатно в институте, Государственном институте культуры по направлениям, которые мы выпускаем специалистов. Но предложить обучение нашим соотечественникам на татарском языке мы сейчас не готовы. Согласны? Получается, что, видите, есть возможности, а, соответственно, кто заполнит эти места? Кто заполнит? Заполнит из близлежащего, да, зарубежья студенты, которые готовы и с удовольствием будут изучать русский язык. Почему? Потому что международные отношения сегодня очень крепкие со странами Азии, ближнего зарубежья. Поэтому к нам приедут из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана студенты и будут обучаться вот на этих бесплатных местах. А наши соотечественники, которые до революции выехали и вывезли татарский язык на латинице, у них такой возможности, получается, не будет. Или они будут вынуждены, так же, как и все остальные, изучать сначала русский язык. Вот такие мысли у меня возникли, прослушав всех наших уважаемых спикеров, которые сейчас выступали. Что я могу сказать, что нам бы хотелось, чтобы вот наше сегодняшнее сообщество один раз собралось, а может быть, сделать серию таких выступлений, чтобы мы с вами были близки по отношению к тем проблемам, которые мы сегодня с вами обозначили. Чтобы мой Государственный институт культуры был помощником в популяризации тех проблем, чтобы Казанский федеральный университет, да, тоже подключился, потому что мои коллеги там остались, и единомышленники, которые хотят сохранять на высоком уровне наш татарский родной язык и нашу национальную культуру. И в первую очередь рекомендовать себя как лектора для того, чтобы вот выступить по вопросу повышения этнокультурного образования, чтобы я была полезна для того, чтобы объяснить самые простые вопросы, которые мы постоянно касаемся. О тех словосочетаниях, которые мы используем, но при этом объяснить не можем. Вот. Попрошу, вот, если у вас есть сейчас ручки, записать 4 словосочетания, ну и подумать над этим. Если вы наберете в интернете
определение этих культур, вам будет понятно, о чем обычно я вот читаю лекции. А вот в той последовательности, которую я вам сейчас продиктую. Запишите, пожалуйста. Итак, первоначально появляется традиционная культура. Запишите, пожалуйста, традиционная культура, словосочетание. Поставьте стрелочку. Итак, результаты человеческого труда, которые входят в традиционную культуру, переходят в следующую, пишем, народную культуру. Итак, после традиционной народная культура. Опять поставьте стрелочку. Результаты народной культуры переходят в этническую культуру. Этническую культуру. И опять поставьте стрелочку. Вот и все это, да, переходит в национальную культуру. Четыре культуры. И все эти названия, да, словосочетания, они все гуляют на нашем языке. Но, тем не менее, наука дает определение. В интернете определение есть. Посмотрите. Что, о чем я хочу сказать? Что вот эти все трансформации, переходы можно легко показать на истории развития татарского народа. Мы начинали в своей традиционной культуре как кочевники, поэтому традиционная культура – это культура двух типов и группы людей, которые одни были оседлые, а другие кочевниками, одни земледельцы, а другие скотоводы. Да? Потом мы переходим в народную культуру, которая изучает пласты, культурные пласты, и здесь мы можем говорить о культурном пласте Волжской Булгарии, о нашей культуре, которую мы до сих пор сохраняем, и при этом не считаем, что это культура татаро-монгол и татаро-монгольского, да, нашествия, это Золотая Орда, в части народной культуры, например. При этом народную культуру мы формируем и сегодня. Мы сегодня сидим с вами и создаем ту самую народный культурный пласт народной культуры первой четверти 21 века. Следующее. Этническая культура – это те татары, которые расселены сейчас на огромной территории. Это этническая культура астраханских татар, крымских татар, сибирских, касимовских и так далее, казанских, волго-уральских. Вот это этническая культура. Но только у одной группы татар имеем мы право говорить о том, что это национальная культура. Прочитайте определение национальной культуры, и вы увидите, что в составе определения национальной культуры входит государственность и государственная символика. И оказывается, что татары, проживающие в своей столице, городе Казани, имеют право, да, с результаты своего труда, культуры, культурное наследие возвести в ранг национальной культуры. Значит, на территории Республики Татарстан проживали испокон векон казанские татары, а значит, их государственный язык, их этнический костюм, их традиции, обряды и так далее, автоматически входят в ранг национальной культуры. Значит, если бы я сегодня задала вопрос, как будет выглядеть национальный костюм татар, вам не нужно было сразу же мне ответить этнический костюм казанских татар. Вот внешнюю визуальную часть культур я вот за 5 минут вам рассказала вот в этой цепочке. Конечно же, моя лекция, она включает более 3 часов. Я показываю визуальную часть, я показываю, естественно, свою презентацию, и я Равилю Афенде сегодня презентацию свою отправила. Да, можно просто, Равиль, если вы готовы, показать буквально 2-3 кадра, там, где я в национальном костюме, немножечко похвастаться. Вот, как я выгляжу в национальном костюме, потому что Дамира Ахматовна тоже показала, как она выглядит в национальном костюме. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот
я среди своих кукол, а этот костюм, и я вам ручкой машу, когда был в Париже с Абантой. Я входила в состав делегации от Республики Татарстан, и мы представляли мастера свою культуру, национальную культуру на Марсовом поле в Париже, пели, плясали, танцевали и гордились тем, что мы татары. Вот та самая часть идентификации, про которую я вам говорю. А в самом конце, Равиль Афанде, покажите вот этот вот пестрый, да, слайд. Это вот мои куклы, которые я делаю своими руками. Национальный костюм в миниатюре. Вот творческие работы, которые позволяют мне популяризировать нашу культуру. Еще есть одна у меня коллекция, которая впервые транслировала я на всех площадках как этно-территориальных групп татар. То есть вот на кукле у меня есть коллекция, как выглядит огромный широкий спектр костюмов этно-территориальных групп татар. Как выглядят астраханские татары, крымские, казанские, да, касимовские. Ведь на сегодняшний день, да, вот смотрите, у нас не сложена визуальная картинка. Визуальная картинка всего разнообразия мира, татарского мира. Я вот очень горда тем, что я представитель этого народа. Я горда тем, что можно о своем народе говорить бесконечно, показывая, какой у нас уровень культуры. И вот в прошлом году, 22-й, я сказала прошлое и подумала совершенно недавно, в 22-м году было 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. И вот впервые мною был разработан образ, мужской образ в кукле. Это воин периода Волжской Булгарии. То есть я впервые попыталась создать куклу мальчика в одежде Волжской Булгарии. Вот чтобы наш мужчина, да, то есть наш мужской образ был связан только с нашей культурой. Культурой, которая защищала, да, защитников именно Волжско-Булгарского периода, Волжско-Булгарской государственности. Вот. Здесь на слайде у меня нету, но вот заинтересованным лицам я могу. Потом его травили, я тоже Афенде написала, что отправлю презентацию, которая показала бы весь спектр наработок, который может быть полезен сегодня вот нашим сегодня спикерам, которые действительно реально делают свое дело на местах. Низкий поклон вам за то, что работаете с детьми. Низкий поклон за то, что сохраняете уровень знания родного языка за границей. Вот поэтому до мурашек по коже у меня сегодня вот такое уважение к тем, кто сегодня выступал. Биг зур рахмет сізге, өзігізге. Биг тыңлаған үшін менім сөзлерімні. Шулай тіріп, мен сізден сұрауларыны күтім. Сізге бік зұр рахмет, Мәдина ханым. Мұнда бірнеше сұрау сізнің лекциялар бойынша қойда табырға бола, лекцияларын қойда тыңларға бола. Хам, так, Ильсиеден сұрау бар. Итнак, мәдени компонент бойынша, неге, мәселен, Түркияде этнокультура сөзіне, этнокультураға акцент жасамылар. Қазақларда да бұл сезілмей, қазір глобаль Еуропала шубары, әбіз хоман шәкшек. Шешек бізек, қалфаққа бәйленәбіз, қазір татар сөзін этномәдәнілік білен бәйлеп авторитетін түшіру сәйісті барады. Мен мұны сұрау бұлара қабыл еттім. Не үшін? Біз өзі бізіне этнокультура сөзі шекілеріне тұғабыз деп сұрау бірі. Ол чатта бар, Мәдина ханым. Әмін, әліге сіздің шығышына тезгіне татар шығаштырып сүйлеп алам, чүнкі біздің мұнда Түркеденде милеттішлеріміз бар. Мәдина ханым, ол біздің танылған сәнғат ұстасы, татар
диаспоралар дегенде дүнияга таралган татар милләттәшләребез аны менә шушы милли киемле курчаклары буенча күбрәк белә, курчаклары буенча күбрәк таный, югыйсә Мәдинә ханымның аның эшчәнлек кыры бик киң. Менә бүген сөйләп китүенчә ул доцент буларак эшли, ягъни мәсләге аның студентларны укыту. Һәм ул студентлардан тыш педагогларга, укытучыларга, менә Айсан ике тапкыр диде, менә шушы этномәдәни компонент турында аңлата. Ягъни республика буенча җыеп китерелгән педагоглар Мәдинә ханымның лекцияларын тыңлый. Гадәти лекцияларым 3 сәгать дип менә яңа гына әйтте. Хәзер Мәдинә ханым әйтсә, без аның сылтамалары белән бүлешә алабыз, файдалы лекцияларны күрергә дип тыңларга була. Әгәр алар булса, һәм Мәдинә ханым менә бу этник һәм милли сүзенең аермаларын белергә кирәк икәнен искәртә. Ягъни, мәсәлән, милли костюм белән этномәдәни костюм, этник костюм, алар икесе ике бер. Дип аңлата. Һәм мин дә аның белән менә укытучыларны, тәрбиячеләрне һәм моңа өстәп ата-аналарны да менә бу этномәдәни компонент темасы белән якынрак таныштырырга, аларга менә бу агарту, аңлату эшләре алып барырга кирәк дигән фикер белән килешәм. Мәдинә ханым, әгәр сез теге сорауга җавап бирергә әзер булсагыз, сүз сезгә. Җавапла, шул язылган җавап, сорауга җавап бирергә кирәк дә? Әйе, әйе. Мәдинә ханым, чыгышыгыз өчен рәхмәт, тәҗрибә шул СМС-кама. Юк-юк, анда өстерәк Илсиядән бар. Безнең проблема башка, без үзебезне этнокультура сүзешекләренә тыгабыз. Нигә башка илләрдә моңа акцент ясамыйлар? Хәзер глобаль рәвештә ауропалашу бара, ә без һаман чәчәк бизәге, калфакка бәйләнәбез. Татар сүзен этномәдәнилек белән бәйләп авторитетын төшерү сәясәте бара, ди. Илсия ханым дөрес язды бит инде. Нәрсәдән әйтәм инде? Менә беренчедән, без һаман чәчәк бизәк калфакка бәйләнәбез. Беләсезме? Менә кайбер конкурсларда балалар нәрсә дигән нәрсә калфак нәрсә икәнен белмиләр. Казанда яшәп. Беләсезме, әллә күпме менә жюриларда теге эксперт булып утырган вакытларда шаккатып утырам, беләсезме? Изю, хасите, калфак, нәрсә икәнен белмичә балалар үсәләр безнең. Менә беренчедән бәйләнергә кирәк инде ул. Менә шул әз-әзләп сөйли башласак, укытучыларга, ягъни балаларга шуларны гел сөйләп биреп, аларны алар керсен башларына, ул фикерләр ятсын. Но нәрсәдән мин ләкин мин нәрсәдән әйтәм? Калфакларны белмәү, да? Ул бит инде нәрсәдән? Мин сезгә беренчедән язган идем, да? Чатта әле генә. Милли брендларны күтәрергә кирәк. Визуаль картинкаларны күрсәтергә кирәк. Балалар милли татар әкиятләренең геройлары белән уйнарга тиеш. Җыклап китергә, кычаклап җыклап китергә тиешләр. Менә шушындый мягкі игрушки дигәндә, йомшак курчаклар кибеттә юк бит ул. Җәмәгать. Кая гына барсак, кибетләрдә нәрсә сатыла? Әллә нинди теге Кытайдан тиз генә алып килгән ниләр, әйберләр. Шул әйберләрне без бит инде таратабыз да бөтен шәһәрләрдә. Беренчедән, менә ул бит инде ул зур эш. Бертекләп, әз-әзләп кенә эшли башласак, менә безнең ул бит инде кереп китә ул, кереп балаларының теге көндә яшәгән эшләренә. Көндә яшәгән эшләренә мультиклар.
мультиклар әлдә әле генә генә башлады. Без бит инде 30 еллап бер поколение уже югалттык. Нәрсәдән мин сөйләм инде, дә минем кызым 30 яшьлек кыз. Менә ул поколениене 90-нчы еллардан без аны югалттык. Татар телен белмиләр, татар милли культурасын белмиләр. Нәрсә, мин теге белый пушистый булып кына утырмыйм. Теге проблеманы имештер күтәрәм. Юк. Как это, я себя не превозношу, не подумайте. Мине общий. Минем бер коллекция йомшак курчакларым бар. Шуны кибетләргә тапшырырга минем вакытым юк. Вакытым юк. Минем эш коллекциям курчакларым, уенчыкларым бар. Беләсезме, да? Яталар нидә эштә. Хәзер менә үземнең кафедраның студентлары белән 5 коллекция курчакларына нитәбез, эшлибез инде. Теге этот автор устыру дигән сүз инде улаймы? Аларга әйтәм, менә беләсезме, кызлар, мен әйтәм, безнең институтны бетергәч, шул курчакларны эшли башласагыз, бик күп акчалар эшләрсез дип тегеләргә уй кертәм. Нәрсәдә мин аны әйтәм? Чөнки рынок свободен. Барасың, эшлисең, кибетләргә җиткерәсең. Ә менә безнең ата-аналар, хәзер-хәзер бетерәм. Ә безнең ата-аналар аларны рәхәтләнеп алыр дип безнең студентларым студентларга шундый уйларны кертә. Эшләгез генә дип зинһар ишем шулай уговаривая, да, аларны. Рәхмәт, әйтегез, да, Алсу ханым. Беләсезме, чынлап та андый проблема бар. Мин, мәсәлән, балалар белән эшләгәндә, үзем дә эзләп караганым бар, татар уеннары. Менә шул, менә хәзер күрсәттем, менә безнең бу агачтан ясалган изү кебек ясарга була. Менә монда тишекләре дә бар, аны үзең рәсемнәр ясыйсың, трафарет сыман, әйме? Һәм балаларга моны аңлата башласаң, нәрсә икән, изү дисәң, алар белмиләр, сез дөрес әйтәсез. Аны изү генә, изү ярар анысы. Калфакны аны да аңлатырга туры килә. Ләкин менә әгәр уенчыкларны ала калсаң, ул бик уникаль продукттыр хәзерге вакытта. Аларны аны тапсаң, ул бик сирәк очрый торган нәрсәләр. Һәм шуңа күрә аның бәясе дә конкуренция әтиәниләр кибеткә килгәндә, аларга исә бер бәягә сатып алырга сайлыйлар, татар уенчыгы булса да. Бәлкем шул да бардыр, ул андый фактор да бардыр. Куршак, яисә куршак алырга, яисә ни шүрәле, мәсәлән, әйме, ул әз булганга аның бәясе күбрәк булырга мөмкиндер. Яисә җүнрәкне мультиклар күбрәк күрсәтүче төрле чит тил геройлары булырга мөмкин. Анда күп төрле факторлар булыр, бар, әйме. Һәм сез әйткәнчә, әгәр менә сезнең студентларыгыз, сез өйрәтүче егетләр, кызлар киләчәктә шул эш белән шөгыльләнә башласа, ул инде күбрәк таралыр иде һәм күбрәк булыр иде. Ул чынлап та андый нәрсәләр бар һәм уеннарны, татар телендәге уеннарны табу кыен. Әйе, ул бар. Мин үзем дә эзләп карадым һәм тулысынча килешәм. Рәхмәт. Рәхмәт, бик зур. Тагын бер сорау. Рима медиасы өстәп әйтелмәйме? Бер генә әйбер. Лилияна, монда син әлбәттә өстәп әйтерсең, мин бирим дә теге сорауны. Фәрхат сорый. Этномәдәни ясалма интеллект турында ни әйтә алыр идегез ди. Этномәдәни ясалма интеллект турында, чөнки соңгы вакытта ясалма интеллект турында күп сөйләнелә. Татар айтишниклары да, татар активистлары да бу хакта еш уйлый. Ягъни татар телен ничек итеп ясалма интеллектка бәйләп кертеп җибәрергә була, ә менә этномәдәни компонентны ясалма интеллект белән ничек бәйләргә була? Шул турда ни әйтер идегез? Соңыннан Лилияна сине сорау. Рус телегә күчсәм ярыймы? Әлбәттә. Ага. Вот немного скажу, что в Казанском федеральном университете
есть институт дизайна. Вот оттуда я как раз перешла в институт культуры. И вот в прошлом году была открыта такая специальность, как коммуникативный дизайн. Может быть, вы никогда не задумывались? Посмотрите в интернете. Глобально коммуникативный дизайн – это действительно профессия будущего. Сегодня какого специалиста выпускает Казанский федеральный университет, я ответить не могу, потому что уже душой и сердцем я в Институте культуры. Но смысл вот коммуникативного дизайна очень мощный. Дизайн мышления по-другому. То есть это дизайнер, который формирует пространство, в которое погружается человек и понимает, что у него переформатируются мозги, то есть мышление. Это очень крутая профессия. Вот если мы от этой прикладной профессии глобально поймем механизмы, как нам переформатировать наше пространство, тогда это ответ на ваш вопрос. Вот как это на татарский сейчас перевести, Рима Ханум? Как это вот объяснить, ответила я на ваш вопрос или нет? И поэтому Институт культуры сегодня переформатирует все свои специальности. Поверьте, мы каждый день собираемся на совещание для того, чтобы включить новые цифровые форматы в создание, да, профессиональных компетенций, которые будут владеть студенты сегодня сферы культуры. А это тот самый специалист, молодой специалист, который шагнет в массы с новым форматом. Мы сегодня очень часто говорим про цифровизацию. И отсюда у нас большие проекты. Институт культуры открыл центр прототипирования. Представляете, да, мы, казалось бы, институт культуры, а при этом у нас есть мощнейший центр прототипирования. У нас есть на базе нашего института единственный в России инжиниринговый центр с великолепным дорогостоящим оборудованием. То есть что получается? Мы выпускаем специалистов нового формата. Вот тогда, я думаю, что еще через какое-то время я смогу уже ответить на ваш вопрос реально. Бекзур Рахмат, бұл сұрауына жауапын аңлау проблемасы, Фархатның проблемасы. Фархат, сенхар сигнал бер, сенға жауап ұшады ма, йоқ ма? Яке үстеп, неде, чатта сұрай аласаң, яза аласаң. Хам, Лилианаға сөз берерге тірем. Лилиана, микрофон сенде. Әйе, Лилия ханым, бек зур рахмет, шул хатлеттегі оңлап. Жан белән эшләүгез өчен чыннан да бу бик зур эш. И монда барысы да аңлар дип уйлыйм татарча, шулаймы? Шуңа күрә русча татарча гына аңлатып әйтәм. Сезнең белән тугызынча килешәм, чөнки менә карагыз, татар халкы символлар белән йөртә бит. Менә теге кем Илсия ханымның, Илсия ханым бит язганы бизәкләргә кертү, анда кертү, монда кыстыру дип. Татар халкы гомумән символы ярата. Менә ул безнең шундый үзаң. Менә һәр хәлдә һәр бер юлына килгән кешеләр арасында, укучылар арасында телефоннарына ябыштыралар Татарстан байрагын. Менә хәзер бер кыз йөри һәр бер дәрескә, я нартыгып, анартыгып килә ул, я татар алкалары килә, я менә шунсын я беләзеген кия. Менә ул шулай итеп, менә беләсезме, ул шулай итеп, ул зур яшьтәге, 33 яшьлек, аның үзе ике тапкыр ана булган ханым ул. Ләкин һәр бер дәрескә менә ул шулай итеп килеп күрә үзенең милләтенә. Мне бір қыз әйтті келді де, да мен татарский язык, это когда вот я прихожу, я вот вообще в ассимилированной семье родилась. Я когда прихожу в свою татарскую родню, открываю дверь, аж я от этого зеленого цвета и ковров, и золота получаю вот такой вот ветер получаю. И мне туда нравится ходить, потому что я себя начинаю ощущать. Вот это символ.
Улда бит символлар, білесізме? Улда бит үзіңні, ел маса, мәселен, бір мары жігіт әйті. У Алманияда яшы. Мары жігіті Алманияға шыққан уақытта, мен үзіме самолетқа қыстырып бәйлім дейіне. Мары жігіті, поезд бәйлім дей. Мариски поезд. Нәрсәге улаңа Алманияда мары жігітіне шул мариски поездна тағыл. Ну, нәрсәге керек ол. Ләкін улда бит мене үзіңні сағыну білен. Әгер де сені тамырларынан тартып айырған сайын, сенға көбірек шул символларға ябыштырып, тартынып, сен үзіңді қуадыр бәйлейсің. Ол бит мене, ол бит шуында шуруп ішлі, ол бит пазл ішлі, ол бит шулай ма? Шуңа көре, мене тіге бізәклер оларда керек. Мен бит келешмін, ол бізге глобализация керек. Мене бізге ол үзіңіне нешек түрі айрым күші еті бірек, өзіңі башқа еті бірек. Ең ұл идентификация еті. Е, бітін күшінің біттіл мемкіннегі жоқ, бітін бір күші түрі біләне селе шыға алмай. Мұна өзіңіз кәсіз, 30 яшы күшінің бір мемкіннегі жоқ, өбет ғайыплет түгіл оңа, татар тілін білмәңге, шулай ма? Шулай жұлса да өзің көрсеті. Оңа мене, мен башқа деп әйтәсі келе, менім башқа ялар, менім, бәлкі мене, біздің қар бірі, біздің де көзлер, біз мене шондай восточный менталитет түгіл, бітін күшіге не повезло қызға шақаршы. Шуңа көре, шулай ма? Шуңа көре, мене қар халде шул бұна ендір элементлар, ендір мене алқалар білемді болса, ол оңа, бұл мене бүтінде андай күші бар екен, ол бек зур байлық біздің милет үшін. Бізде оңды милет өкілдерді бұларға тиеш. Ғар бір күші, бүтін күші, мұна біз, йоқ, дүния ақыл білен қорадаңына тұрмай бейті ол. Тұрмай ақыл қорадаңына. Не үшін Африкадан келген студент өзің рахатланып, мұна біздің, мен де шет үлкішілер білен үшілім, келер де рахатланып, ләкен мұна бір мұйын сасын болса да осып келе алар өзлеріне. Е, бір әркінді тұтыра келіп келе өзінің бір кәштің білет. Оның да бет көрсетесе келе, мен башқа деп. Ләкен ол француз тілі, ол езік білемене білмейінде уже. Шуңа көре, мұна шул қатлы зур-зур үш, Мәдина апа, шул қатлы зур файдалы әбір башқарасыз. Әлі мұна мен келіп түшті, келесі дәрісті біздің қатын қыздарға қората қағылған екі шай өткәрәбіз курсларда, олар түркімінде. Сұрадылар, екі түркімде біргәләшіп, расскажите, пожалуйста, про Калфаки. Білесіз ме, мен ашу, мен қазір, менің бұл специфик түгіл. Мен бұл әйбіріні әлбәтті бір қалфақ білен, екенші қалфақтың ойрылғанын білем. Ләкін мен қазір бүтін дүнжені ташылап, фул әйбірге презентация сұраға керек болашақ, лекция тұтырға керек. Мұна әгерді сізден шондай материал болса, қалфақ турында, шитік турында, мұна арыскажыт ше про ичиге, почему ичиге, вот почему шитік, а почему ол гіл, мұна ол хәр бір дәріс сайын бұла тұрған, мұна әмін бет бір, мен аны оқымаған түрсе еткенді. Мен білем аны, бұл апшы мұна, әлбәтті епетізлікіні олардан көбірек білемін мен олай бірінің, ұқшара қарағатты. Ләкен мұна қазір қалфақ турында лекция керек, Мәдина апа. Демек, сізге қазір бейін әлі дәрістасын бүгін мұражағат етермін, шынке, а чем отличается вот таблетка сегодняшняя, а от этой таблетки, от этой вакалфака дейділер? Мұна шынды сұрау дейділер. Мен білмейм. Мен айтамын де, что мұна мұнсы таблеточкасы, это вот современный тренд, показать себя, да, это весомная президент, а наши бабушки вот носили в деревне колфаки, а вот почему Суимбике носила вот такой, да, вот треугольник, а вот кто-то носит колф, вот такие вопросы задают. Меня ул, меня был узван от нада булган бик зур, меня куп дэрста купкан бэхэс бизнэн. Меня ярдэм кирек, Мадина па, брошюркаларда кирек, лекцияларда кирек. Дұрыс, мына Сүйімбекенің башлығы тұрында бір сөзгіне айтам. Білесіз ме, ол Қазанда яшаген татарларының традициялары түгел. Сүйімбеке нұғай принцессасы. И мен нешек анан етем, селем. Міне, қарбір қыз теге қояғына барсағына шымаданға нәсе сала. Бек ең матур әйбірлері әйбетінде де, міне шул Сүйімбеке, нағай неден жерлерінен Қазанға келіп жеткеш, сұндықларын алып келген бет өз әйбірлері білен. Кейімлерін, шитіклерін, алқаларын, әм башлығын. Міне шул мода, оказывается, қазір рус тіліне шығам. Оказывается, это мода высоких шапок Ногайской Орды. И поэтому она, как царица, ввела эту моду в Казань, привезла и ввела в моду. Поэтому те, кто об этом не знает, а это этническая культура ногайских татар,
Поэтому и у нас источников нет для того, чтобы это объяснить. Шуңа күрә без белмибез дә. Менә этник культураларны әни укымагач, безгә бит укытмадылар. Без бит совет мәктәбендә әни яшәп укып үстек. Шуңа күрә, ну, нәрсәдә мин рус теленә, татар теленә күчәм, чөнки минем бер дәрес кенә татар телендә иде. Совет мәктәбендә. Казанда яшәп, мин татар телемне үз әбиемдә генә ишеткән үскән кеше. Шуңа күрә, менә гел күп татар телендә сөйләшсәм, чиста татар теленә сөйләшә башлыйм. Һәммә менә көндә рус телендә эшләгәч, татар теле нишектер менә баштан теге чыга бара. Шуңа күрә гел менә гафу итегез дигән сүзләр белән рус теленә күчәм. А это неправильно. Это неправильно. Вот это двоякое состояние постоянное, да, оно нас распыляет. Вот еще это моя наболевшая тема. Распыляет. Потому что татар Финляндия барган вакытта, мин аннан тегеннән дүрт күзләрем белән кайтып килдем. Кайттым нигә Казанга. Алар как минем койрыкны да бик каты гына нидә үрделәр. Чөнки алар без андый сүзләрне аңламыйбыз. Без шундый сүзләрне аңламыйбыз. Гел миңа замечание, даже по-татарски не знаю, что такое замечание. Гел миңа шулай нитеп бардылар. Нишләп сез татар телегезне бетердегез? Нишләп сез Тукай телендә сөйләшмисез? Дип менә гел шулай алар белән аралашкан идем мин. Это 2000 год. Представьте, прошло с этого момента 22 года. 30. С того момента, как я ездила в Финляндию, изучала те механизмы, по каким механизмам они сохранили в Финляндии свой родной язык и культуру. Зиля ханымның беренче чыгыш ясаган, беренче спикер Зиля ханымның дүрт баласы бар дидек бит. Хаманның бер кызы Иделбикә, без ниндидер уен кагыйдаларын русча текстларын русча укый башласак, бик кат итеп татарча сөйләш дип кычкырып җибәрә, чөнки балалар татарча яхшы сөйләшә, рус телен урыслар әйтмешли постольку-поскольку. Шуның сыман булды. Безнең инде Фәрхәтнең башланды хәзер ясалмай ни буенча, интеллект буенча айрым рубрика дияргә була, чөнки бу труда Фәрхәт Мәдинә ханым этномәдәни компонент турында сөйләгән кебек Фәрхәт ясалмай интеллект турында шулкадәр сөйләй ала. Мәдинә апас, соңгы сорау сезнең лекцияларыгыз онлайн форматта, интернетта яки бер җирдә бармы? Аларны ничек күрергә, табырга була? Шул хакта сораганнар иде. Да, бер лекция минем бар. Это Казан Дәүләт университетта, КФУ университет, КФУ, да, Казанский федеральный университет, Казан Дәүләт университетта, федераль университетта, анда бер традиция бар. Безне брем-брем сценага кертәләр дә, безнең лекцияларны язып баралар. Шунда бер лекция минем язылган иде, аның ссылкасы бар, как раз этнокомпонент турында. Шуна менә ни ссылка белән ясап мин җибәрермен алла берсе. Вот. Андый лекция бар. Бер лекцияны язып шундый сценадан әйтеп, сөйләп, презентацияларына күрсәтеп, минем андый лекция бар.